О, Санька, красиво! Видели, вы видели? Всем привет! Вы находитесь на канале Стофики и компания. С вами я, Саня. Пришли мы на рыбалку. Находимся в черте города, на реке Печоре. Сегодня у нас прохладненько, где-то градусов 21-22. Небольшой ветерок, метра полтора от силы. Солнышко, ясная погода, ловим сорожку. И сегодня у нас принимает, как говорится, участие в нашей рыбалке. Это Калюня, его сын Саня. Помаши папе ручкой. Марихуана, помаши папе ручкой. И я, Саня. Ловим мы на глубине 1,82 м, где-то так вот. Течения пока нету. Подогреваемся мы нашим шмелем. Вот таким вот он. Взяли сегодня, взяли с собой коптилку. И уже поймали, наверное, штучек 6 окуней. Сейчас Саша их подчистит. И мы так вкусно покушали. Вот. Ну ладненько, давайте будем смотреть, как мы рыбачим. Как это все превосходненько и чудненько. В палатке тепло, хорошо, наверное, градусов 25-26. Ну, бывает, до 30 доходит. Вот. Слышали только, что лед под нами хрустеть начал, это он тает уже. В общем, весело. Да, кстати, да. У нас сегодня задача поймать такие вот сорожки небольшие, где-то с ладошку от силы. В общем, Калюнька заказал с Екатеринбурга автоклав и решил заняться консервами. Потому что в городе у нас консервный завод прикрыли, вот Калюнька решил возобновить это все хозяйство. Будем ловить. Будем продвигать его. Стеклянные банки за вами, ребята. Да, мы начинаем. Ты что, блин, это? Тоже орбидолу работать. В общем, делаем консервы. Как говорится, денежку нужно зарабатывать. Вот Калюнька решил на консервах это все заработать. Посмотрим, как у него это все получится. Но мы ему поможем. Да. Мы сейчас только наловим рыбы, еще бы она клевала. Клев немножечко прекратился, потому решили приготовить. Покушать. Сидим с нашим любимым радио. Вот, слушаем музычку. Вообще чудненько. Вот у нас уже и окушки подоспели. Копченые. Сейчас будем кушать их, кушать, кушать. Марихуанушка. Стол накрыт. Извольте кушать. Вкусняшка. Скажем нашей реке Печора большое-большое спасибо. Смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был канал Стофики и я, Саня. До новых встреч!